Всем привет! Сегодня 3 ноября 2021 года. И вот хотел бы с вами обсудить такую тему, как создание Дмитрием Разумковым политической партии, которую планирует он создать под крылом олигарха Ахметова. А как вы считаете, удастся вот этому Разумкову, который фактически марионетка Ахметова, также одурачить людям головы, как это удалось одурачить Зеленскому? Только Зеленского марионетку продвинули телеканалы Коломойского, а вот и сейчас вся машина включена для того, чтобы продвигать этого Разумкова. Это каким долбнем надо быть, чтобы верить, что Разумков хочет что-то наладить в Украине и изменить к лучшему? Я просто поражаюсь этих людей, которые проголосуют за эту партию Разумкова и за самого Разумкова, если вдруг он пойдет в президенты. Это таким надо долбнем быть, чтобы голосовать за этого Разумкова. Я не знаю. Я считаю, что этот Разумков — это, ну, полный отстой. И человек, который у меня лично не вызывает никакого уважения. Это человек, вот такая вот сладкая вата, который бесформенный, химический человек. Он не имеет формы. Как прижал его, вот такую форму и приобретает. Я вообще раньше его называл серой мышкой. Такой просидел себе там спикером, не вылазил, не брал на себя никакую ответственность. А тут бац, уже такой политик, уже там чуть ли не президентский рейтинг. Хрень полная. Призываю всех никогда не голосовать ни за Разумкова, не за какую-либо партию, которой он будет. Вот такие вот дела, ребята.